Роботы, архангелы. Да как у тебя получилось? Роботы, архангелы. Нет, подожди. Роботы, архангелы. Короче, мы что-то вообще с прошлой серии подлетели. Кто не смотрел, пожалуйста, подожгите себе свою жопу. Очень странное произведение, правда. Мне кажется, что должны собрать все верующие петицию и поджечь создателей. Я не призываю к насилию, но это просто не дошло до них. Да, вы слышите, вот показать это католической церкви. Они такие, это что такое? Это что такое? Друзья, ангел? Роботы-архангелы? Правда и ложь. Вы когда-нибудь играли в правду и ложь? Если нет, вот вам правда. Меня зовут Раф. Мне 15 звездных лет, и я учусь в школе, чтобы стать ангелом-хранителем. 15 звездных лет? То есть это вообще не наше время? Да. Это типа, возможно, ей типа 513. Как 15 световых лет. Да. Вот что-то вот в этих звездных лет. Это, кстати, интересно, она коррелирует друг с дружкой. Еще правда, у меня две замечательные подруги, Ури и Сладкая. Наша задача защищать наших подопечных, которых нам поручили. Пошли. Мы опаздываем, Дженнифер. Они встречаются. Пойдем, мы опаздываем, Дженнифер. Все, они сошлись. Реально? Ангелы их свели. Хоть что-то они хорошее сделали. Правда, я чувствую себя сегодня очень плохо. Раф, ты в порядке? Ури, я пойду сбегу за профессором Марканом. На вид ты совершенно здоров. Ова, у тебя нет температуры. Но меня бросает то в жар, то в холод. В животе у меня как будто все переворачивается, будто у меня бабочки в животе. Понятно, Раф. А нам сказать... Понятно, Раф. Это я только тебе сказал по губам. Типа ты влюбилась? Раф, я думаю, нам не стоит. Он, наверное, сказал, ты влюбилась. Что-то ей говорил. Она перестала слушать. Это не ошибка дубляжа, хотя мы ждем от этого проекта. Хотя очень странно. Просто в середине этого серии. Ангелы! Об этом никому рассказывать. Это было ужасно. Так будет лучше для нас обоих. Ты абсолютно уверена? Я уверена. Еще одна ложь. Нет. Иногда открыто признаться в обмане сложно. Все-таки он сказал, ты влюблена. Это все-таки ошибка какая-то дубляжа. Даже если ты ангел. Тогда у меня нет другого выбора. Мы отведем тебя в больницу. Надеюсь, они смогут тебе помочь. И неважно, какие будут последствия. Он сам ее отведет. Ангелы болеют? Ну, видимо, да. Типа ангел может подхватить дизентерию, кишечную какую-то палочку небесную и не пойти на работу. Хламидии. От демонов. Вполне себе, они же могут. Поэтому нельзя их трогать. Потому что хламидии. Да, хулидии. Да! Дорогу! Дорогу для профессора Темтель. Профессор Темтель идет. Газ, мы в состоянии дорогу пройти по коридору без твоей помощи. У меня даже нет сил, чтобы сказать какую-нибудь гадость. Как только мы придем к доктору, тебе станет легче. Я не могу проследить за ними в больнице. Меня... Я не помню, в прошлой серии ее укусили. Да. Далеко обнаружат. А вот тебя не заметят. А вот не здесь знаю. Тебя, как ты считаешь, не замечают? Иди выполняй хрен свой долг перед госпожой Паук. Наблюдай и сообщи все, что увидишь. Люди, которые там стоят, такие, ну... Обычный странный, да, чувак в капюшоне. Нет, а куда он пришел? В школе какой? Больница. Это больница. У них, видимо, общая у ангелов и у демонов, общая больница. Потому что... Районная. Потому что вот этот главный ангел, дед, привез сюда Раф. И это... Привез. Так, Раф, все, выходим. Странная какая-то схема. Разве у них не разная биология? Хотя... Не, биология должна... А, ну да, биология у них одинаковая, если ее так можно назвать. А вот они же выбирают сторону из-за своего поведения. Да, да. То есть в целом их можно лечить одними и теми же методами. Думаю, да. Ты видела? Похоже, Сульфус тоже заболел, как и Раф. Да, странное совпадение. Но мне до этого демона дела нет. Но Раф, я бы хотела быть с ней рядом. И кто тебе мешает? Кабали права, иди поработай медсестрой. Я с радостью возьму нашего подопечного в свои руки.
Я ни за что не отдам тебе Дженнифер, не мечтай. Да я просто помочь тебе хотела. Мне нравится Кабаля, она прикольная. Мне в принципе нравится Дьяволята. Она прикольная такая, девчоночка такая. Извини, но я не могу тебя отпустить. Может, в следующий раз? Когда в следующий раз? Концерт Скайлюка сегодня. Он мой кумир, я должна туда пойти. Мне жаль, Дженнифер. Мы с отцом не можем сходить с тобой на этот концерт. А Эндрю дома лежит с температурой, ведь так? Я не знаю, что еще сказать, дорогая, но что ты просто Эндрю? Не можешь пойти на концерт её одна. Парень. Почему? Это же проще простого. Я знаю, когда ехать до стадиона. Ты не будешь бродить по городу в одиночестве, когда за окном ночь? Ты еще маленькая. А что, если я найду кого-нибудь, кто пойдет со мной? Это кого, например? Взрослого, родителей друга, которые тоже идут на концерт. Ну, это совсем другое дело. Но ты должна обещать, что скажешь мне, с кем ты идешь на концерт. Я обещаю. И я знаю, кого попрошу. Сколько было... Сколько было? Типа она врет. А, да, врушка. Типа сегодня же у нас такая тема, правда и ложь. Да, и из-за этой лжи ее изнасилуют. Из-за этой лжи у нее портрет станет вот таким вот. Но сначала надо купить билет. У меня предчувствие, что мы сегодня повеселимся. Почему? Она ничего плохого не делает. Посмотри, казалось бы, духовные ценности. Почему-то демоны одеты скромнее, да, чем... Не то, что это чем, ангелы. Вообще, ну смотри, там просто такие кропы, просто вообще все. Слушайте, я отлично к этому отношусь, это просто супер. Вообще супер. Но опять же, кем вот это все... Что-то плохо. Это же религиозное видение. Это что мы придумали? Мы придумали, что юбки это шлюхи одежда. Я это что ли сказал? Вот это все. Ангелы не как он, шлюхи одеты по версии самой церкви. Я здесь вообще ни при чем. Просто покупает билет. Не знаю, она сказала маме, что собирается найти взрослого, который пошел бы с ней на концерт. Ну и у нее даже на шее вот здесь шарфик, чтобы не задуло. То она решает проблемы по очереди. Я думаю, запросто переманю ее на мою сторону. Сначала тебе придется победить меня в комнате состязаний. Подружка, да я уже давно готова. Красная комната. Опять-то комната, блин, столбать. Ты выбрала плохое состязание, ковбойка. В седле я всегда лучше всех. Ну-ка, будет бить ангел? Там, откуда я родом, в седле скачут только девчонки. Давай, давай. Там, откуда я родом, в седле скачут только девчонки. Я думал, типа, на девчонках скачет, простите. Неважно, чувствуете себя, профессор? Может, вам тоже обратиться к доктору? Я совершенно здоров, благодарю. У меня просто живот болит от запаха серы. Как вы смеете? Подкалывают друг друга. А, поликлиника одна, но все равно разные отделения. Наверное, для да. Ты видишь, для дьяволят там другая цвета комната. Цвета разные. Да, это будет непросто. Ты будешь прыгать или тебя подтолкнуть? Теперь моя очередь. Дикие крылья. Пожалуйста, давайте архангела. Здорово, подожди-ка. А что это такое? Она создала стадо диких бизонов? Боже мой! А я создам крылья своему этому коню. Какая? Я просто думаю, вот в чем смысл состязаний, если там нету никаких правил? Там нет ни финиша, нет ничего. Они все время рандомны. Нет, финиш есть. Какое скверное положение. У Раф упадок сил. Ее бросает то в жар, то в холод. За всю мою жизнь я не видел ничего подобного. Обычно Сульфус дьявольски владеет собой. Он с удовольствием мечет гром и молнии. А сейчас он даже на обиды не отвечает. Раф, не бойся. Больно не будет, вот увидишь. Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Похоже, твоя лошадь поумнее тебя. Она понимает, во что ты ввязалась. Кабирь, я права, они меня просто растопчут. Мне надо что-то срочно придумать. Что? В чем смысл? Силы ангела! Луч света!
палка. А теперь вперед! Что она делает? Ничего не она понимаю. Скачет прямо на стадо. Или сейчас, или никогда. Прыжок. Убить всех! Там где-то там Муфаса. А, да-да-да. Победа! Почему победа? Потому что она справилась. Ну? Не, ладно, хорошо, мне 3 годика, я такой сижу. Ну что за херня? Я ничего не понимаю. Ну то есть, это же для детей сделано, да. Ну даже будучи ребенком. Моя очередь. А мне еще нужно найти кого-нибудь взрослого. Просто класс. Ладно, молния, давай-ка дадим девочке хороший совет. Не знаю, ее советы в прошлый лучше раз... Лучше места не найти. Молния, начинай превращение. Охранять и защищать. Ой, прости. Я такая неловкая. Ты тоже в очереди за билетом? Я мечтаю увидеть Скайлюка вживую. Ты мне это рассказываешь? Да я всю жизнь о нем мечтала. А где твои друзья? Ну, я вообще одна пришла. Одна? Но зачем идти на концерт в одиночку? Это совсем не весело. А ты разве не одна? Я? Ну, уже нет. Мои друзья вон там, видишь? Я просто стою в очереди. Ты знала, что если ты приходишь с друзьями, то тебе положена скидка? Правда? Да, если ты покупаешь билет с другом, он с тобой, вы оба экономите на билетах. Здесь есть кто-нибудь, кого ты знаешь? Ну, я знаю вон тех ребят. Чего ты ждешь? Иди поговори с ними. Вот ее вся идея была в том, чтобы она нашла себе друзей, да, чтобы ее не изнасиловали, когда она шла обратно домой. Да. Не приставали. Грубо говоря. Ну, все вокруг этого, да? Тут же какая-то. Ну, чтобы ничего с ней не случилось. Ну, мы все боимся здесь, в этом сериале, изнасилования. Ну, чтобы мы понимали. Ну, а почему мать ее не пускает? Почему мы боимся это озвучить? Потому что некоторые не мужчины. Некоторые быть, мужчины чтобы в этом обокрали, сериале. Обокрали, не знаю, там избили, убили, а продали что, не на органы. Это не насилие, да? Ладно. Квин, это реальный мир. Хорошо. Дай выпить. Эй, ты! Ты мне? Ты только что ушла из очереди? Да. Класс, хочешь идти на концерт Скайлюка? Да, он мне нравится. Отлично. Хочешь купить билет, а у меня лишний? Так нельзя, это против правил. Почему? У тебя... У тебя билет в первый ряд? Да, я буду в метре от Скайлюка, ты даже... Чё, на Авито нельзя покупать билеты? Ну, типа перекупы, которые билет... Нет, то, что они делают, это, конечно, вообще... Тут еще вид предпринимательства, но в любом случае нельзя покупать перепроданный, точнее, почему? Перекупленный билет. Ну вот, типа, так нечестно. Почему это нечестно? Не, нечестно, что она, наверное, без очереди. Попытайся понять, почему. Да все, что делают дьяволы для ангелов, это нечестно. Ну, это нечестно. Дотронуться до него сможешь. Не сдавайся, Дженнифер. А у тебя только один билет? Конечно. Они что, по-твоему, на деревьях растут? Извини, я не могу его купить. Мне нужно найти кого-нибудь, кто пойдет со мной. Молодец. Я не думала, что ты до сих пор перед мамочкой отчитываешься. Подожди, дело не в этом. Я просто пообещала маме, что кто-нибудь со мной пойдет. Я поняла. Но ты здесь, а она нет. А такой билет у тебя не каждый день есть шанс купить. Нет, такая метод лечения такой. Яйцо кладешь на голову, если оно у тебя спекается здесь, то все. Ты что, дурак? Капец, ангелы болеют. И как следствие, ангелы умирают? Наверное, да. Ну, раз у них есть летоисчисление, ну, в смысле,
сколько им лет, значит, они умирают. Если да, они вечные, если ты вечный, зачем, то какой смысл считать? Нормально, что у ангела атрибуты вот этих БДСМ всяких штук, типа с шипами, вот это все. Это не шипы. У нее браслеты с шипами. Ангелы должны же быть какие-то мимими, мумумур, все должно быть гладкое и нежное. Должно быть. Я что, указываю ангелам, как им одеваться? Я же не вы. Одевайтесь, как хотите, я не против. Мне нравится вот этот врач. Они что, уже начали пропускать внутрь? Здесь так много людей, они должны убедиться, что не будет давки. Ну так что, берешь билет или нет? Если нет, я его кому-нибудь другому продам. Умоляю тебя, не поддавайся соблазну. Я куплю его. Отличный выбор. Почему это плохо? Потому что матери... Я держала победу. Потому что матери врет. Она не нашла никого, с кем пойдет. А, вранье матери, вранье матери. Матери же все время правду надо говорить, точно. Даже если она тебя за это побьет, я забыл. Я полная неудачница. Не говори так. Даже ангелы иногда проигрывают. Жизнь полосатая. Раф, ты вернулась. Как ты? Я в порядке. Благодаря больнице я чувствую себя как новенькая. Эй, поднимайся, лентяй. Нечего спать на работе. О, Сульфус, ты вернулся. Сульфус вернулся. Я еще опаснее, чем обычно. Что сказал ваш доктор? Ничего. Доктор сказал, она здорова, как лошадь. У нас на небе лошади — это мерило, по которым мы определяем наше здоровье. Здоровье ангелов. Здоровье ангелов лошадиное. Простите. И Сульфус тоже. Что же это за симптомы? Жар и озноб, бабочки в животе. Буквально вскрыли, вылетела оттуда целая стая бабочек. Да, бабочки в стае сбиваются. Это происходит среди людей каждый день, Аркан. Вы думаете? Вы думаете, Раф и Сульфус? Да. Я думаю, они влюблены. Пауку удалось проследить за Раф и Сульфусом в больнице. Отлично, Малаки. Но помни, паук очень опасен даже для тебя. Я всегда на страже, госпожа. Я в тебя не сомневалась ни на минуту. Поэтому ты до сих пор мне служишь. Раф и Сульфус, Сульфус и Раф. Теперь все зависит от вас. Ну, ангелы! Слушай, какая-то завязка у нас. Наконец-то пошел какой-то намек на сюжет. Сюжет ну, он был до этого. Сюжет пошел. Так, подожди, ну это, конечно, вообще... Слушайте, мне даже уже нравится. Ладно, шучу. Спустя 5 серий. Охренеть. Это локомотив нашего канала. Мы никогда. Кстати, там второй сезон есть. Я даже не знаю. А сколько вообще? Там два сезона. Два сезона, но, блин, в каждом сезоне... 300? 50, 600. Серьезно? Ну, сколько там? Ну, 50 серий в каждом сезоне. То есть там вообще 100 добротных серий. Ладно, сегодня без какого-то лютого трешака. Ну, в целом еще как-то можно убестить. Она почти обманула мать. Мать обманывать нельзя. Это грех, если вы не знали. И, короче, все здесь понятно. Они заболели, потому что они влюбились. Ангелы, как вот эти мило. Вот взрослые, они тупые. Они знают, что такое любовь. И симптомы любви тоже не знают. Влюбленность. Только бабочки в животе. Только бабочки в животе смогли навести их на верный истинный след. Простите. Ну, я думаю, что я даже к комнате, красной комнате привыкну, потому что там, видимо, какие-то... Комната состязаний вообще какая-то дичь, ладно. Она постоянно меняется, она как комната симуляции Винкс стоит. Ты каждый раз какой-то новый прикол оттуда выцепляешь. Сегодня были лошадиные скачки.
с размытыми критериями побыли. Да плевать вообще, мы тут не за этим собрались, чтобы сидеть комнату эту разглядывать. Спасибо, что посидели с нами, пишите свои догадки, мысли и о том, как нам будет хорошо в следующих сериях, потому что ни один видос не обходится без этого комментария, где вы такие, потерпите, да, чтобы вообще вас разорвет, там такой сюжет, я вам верю. Пока. Пока.